Привет, дорогие! Я Лера Павина и вновь добро пожаловать на канал «Поклонение без предрассудков». Прежде всего, хочу еще раз поздравить вас с наступившим Новым годом, тем более, что на момент записи данного ролика вся Россия по-прежнему празднует Старый Новый год. И Москва все еще стоит в своих новогодних нарядах, вот вся Москва просто великолепно украшена. И я решила на этом прекрасном фоне записать вам не менее светлое видео, ну, на мой взгляд. Потому что сегодня я хочу снять вторую часть нашей ежегодной пророческой рубрики, где я даю свое пророческое слово на следующие 12 месяцев. Если вы смотрели мой предыдущий ролик, там я делилась своим видением о пробуждении в России, но оно не было ограничено временными рамками. У меня нету временных рамок. А вот то, что я сейчас скажу, это слово на следующие 12 месяцев. И я не буду говорить о событиях, которые должны произойти. Я буду говорить о духовных вещах. То есть какой сейчас наступает Божий кайрос. Да? Что Бог будет делать в нас. И на что нам надо обратить внимание в следующие 12 месяцев. И, кстати, тоже не лишним будет обратить внимание на то, подписаны ли вы на мой канал. Вот посмотрите, я стою в центре Москвы. Минусовая температура, идет снег. Толпа людей ходит и на меня смотрит. Знаете, это как-то удовольствие ниже среднего. Но что не сделаешь ради любимых подписчиков, ради вашей обратной связи, лайков. Вот я надеюсь, вы мне ответите взаимностью и сделайте то, о чем я вас прошу в каждом своем ролике. Ну так вот, что же нам ждать в следующем году? Ну, точнее, уже в этом году, да, в наступившем. Ну, первое, что хочу сказать. Все эти 3 года мы с вами говорили о том, что сейчас идут времена Божьего света, что Бог со всех и вся сорвал маски. И вот к данному моменту практически все маски сорваны. Но если кто-то еще как-то там умудряется эквилибрировать, да, прятать свою истинную сущность, то времена Божьего света продолжатся и в 2024 году. Но Бог будет уже действовать по-другому. Вспоминается место Писания, да, что Он покажет разницу между служащим Ему и между неслужащим Ему. Также помните, вот в Библии есть такое место, когда царь Давид воцарился над коленом Иудиным, а остальным Израилем по-прежнему правил младший сын Саула, я забыла, как его зовут, напомните, да? И вот Давид, он никаких действий не предпринимал, ничего специально не делал, да, но всем было очевидно, что царство Давида, оно усиливалось, а царство Саулова, оно ослабевало с каждым днем. Вот точно так же будет и сейчас. Те, кто служит Богу, усилятся и будут действовать. А те, кто не служит Богу, ну, тоже это прям вот будет видно. Это все будет затухать и сходить на нет. Разница будет по плодам видна. Второе, о чем мы с вами говорили все эти 3 года, это то, что Господь творит все новое. И вот в 2024 году Господь будет творить не просто новое, а наиновейшее. То есть, что это означает? Очень важно быть чуткими голосу Божьему. Господь хочет разрушить все наши вот стереотипы, которые наработаны годами, какие-то старые методы, может быть, твердыни, привычки. Вот Господь будет стучать нам, да, чтобы мы посмотрели на что-то по-другому. И если мы как бы отдадим Богу все наши вот старые стереотипы, да, которые годами, да, в нас собраны, то Господь нам даст новые методы, новые пути, которые будут намного-намного эффективнее, чем то, от чего нам придется отказаться. И третье, чего нам стоит ждать в новом году, это как итог предыдущих 2 пунктов. Вот те, кто Господний, кто усилится и будет действовать, кто отдаст Богу старые свои стереотипы и войдет в это новое, плод того просто масштабируется, будет возведен там в энную степень, вот, если мы будем послушны голосу Святого Духа. Вот время просто масштабирования и ускорения. И опять же будут очевидны плоды тех, кто служит Богу и идет за Ним, и тех, кто не служит Ему. Вот, вот такое вот пожелание, не унываем. Там пророки вот пророчествуют какую-то печаль, ужас и так далее. Ну, я верю, что, по крайней мере, для нашей страны, ну, мы уже настрадались. Вот, у нас будет просветление, у нас будет рассвет. Ну, это я не пророчествую, это я сейчас так верю. Как духовный человек это вижу.
Вот, пишите, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вам Господь что-то открывал. А мы увидимся в следующем видео. Пока!